Здорово, ребятушки, у микрофона, как всегда, Рамзес. По-прежнему возвращаемся в КС-очку и, друзья, продолжаем играть на серии Zombie-like. IP-шка, группа Сера, все как всегда в описании. Обязательно заходите на сервачок, играйте вместе со мной, конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Годный сервачок, друзья, здесь очень много плюшек вышло, разных новых. Сейчас я вам все покажу, все расскажу, поиграем здесь немножечко. Со следующей недели, друзья, даже, возможно, в конце этой, мы придумаем с Расселем, кто знает его, новую рубрику, то есть и будем снимать на разных серверах и выполнять, то есть, ваши, как сказать, задания или что-то типа того. Ну, короче, все будет очень годно и будет весело, то есть интересно. Но мы погнали к ролику. Онлайн здесь, друзья, довольно-таки неплохой, 17 человек играет, я на сервачке главный админ. Так, в принципе, давайте класса зомби выберем себе реверанта яд для главных админов. Вот такой новый вроде бы появился. Тут реверант кэт, реверант файр, реверант айс и реверант яд. То есть, да, для главных админов я его взял. Вот такой, кстати, новый чё-то админ. Вот, как вы видите, с перчатками такими годными. Годно выглядит. Ну ладно, так, кнайф можем менять как-нибудь. Кнайф, во, кстати, кнайфы можем менять. Вот такой кнайф взять. Такой, водяные перчатки вот как у него. То есть, ну годно. Что еще по новым ножам? Вроде бы новых ножей нету. Алмаз, да, это старый. Коса, ну коса вроде бы. Вот насчет косы, друзья, я точно не помню. Но вроде бы она была на сервачке. Вроде бы была. Я точно сказать вам не могу. Дальше, золотой Танос, да, вот такой. Ну вот это точно было, я помню. Лазеры, вот такие, друзья. Доспехи дракона для обычных игроков и Танос для обычных игроков. Мы давайте возьмем с вами косу. Я хочу что-то с косой поиграть, мне что-то в кайф захотелось с косой поиграть. Вот такая паутинка, 5 раз за раунд можем юзать ее, неплохо. Так, идем дальше. Личный кабинет плюс бонусы. Выбрать нож, застрял, возродиться, покупка привилегий. Покупать только тут, то есть на сайте, друзья. То есть можете зайти, ссылочку на сайт оставлю в описании. Вот цены на привилегии можете посмотреть. То есть не очень все дорого, то есть очень-очень годно. Мне сказал админ, что появилась новая привилегия, там префикс вроде бы ютубера. То есть вы можете его приобрести, там вроде 200 или 300 рублей стоит, я точно не помню. То есть на сайте можете сами зайти посмотреть и, в принципе, играть вместе со мной здесь под ютубером. Ну, то есть если вы снимаете там видосики, то есть, ну, все дела. Так, дальше, личный кабинет, я здесь все показал, выдача привилегий для владельцев, меню привилегий под доступом, меню привилегий под доступом, меню VIP-а, создателя, как же сложно все. Так, давайте выдача привилегий, выдадим привилегию, випку кому-нибудь, вот, к примеру, Дима, вот, пареньку выдал випочку. Идем дальше. Дальше у нас обмен-центр, что-то не работает, я не знаю. Дальше цены на привилегии я вам показал, друзья мои. Так, а здесь ютубера нет вроде бы, да? Меню привилегий, да? Так, вип, блин, очень темно, вот так будем. Вип-меню не открывается у меня, что, друзья, админ-меню АМА. Паки, броня, жизнь, оружейка, ВСК золотая и золотой рыцарь. Вот эмочка золотая, в принципе, и золотая, друзья, ВСКшка, годно. Дальше у нас идет менюшка супер админа, также паки, броня, жизнь. По дефолту все, бластер, кровляной и джетпак. Взяли, в принципе, джетпак, пускай у нас будет. Дальше у нас меню создателя, броня, жизнь, оружейка, рельсы, гатлин, вулкан, лазерка, карпун и камера. Камера, кстати, очень-очень мощная на этом сервачке, так что поиграем, в принципе, с ней. Дальше меню владельца, то есть выдать випку, паутинку, я это показал вам уже. Меню хозяина, паки, броня, жизни, четкие оружия, варлок и плазма. И вроде бы там управление зомби-модом, сделать зомби-человеком, боссом, то есть выжившим и так далее. И амикосмат меню, который не открывается у меня почему-то. Так, дальше меню, друзья, главного админа. Тут сможете брать золотые... золото, броню, жизни, управление зомби-модом, также и управление сервером, как и в той менюшке. И сможете брать оружие рыцарь, паладин, никандроп и рельсу. Ну, мы поиграем с этой пушкой, она очень годная, так что все, погнали, друзья, смотрите, сколько здесь подписчиков. Просто смотрите. Смотрите, сколько подписчиков моих. Гоу-заскринимся, ребят, куда-нибудь сюда. Давайте вот здесь где-нибудь. Так, я не знаю, слышат они меня или нет. Но, блин, ну годно, реально. Вот, становитесь здесь, около стеночки где-нибудь, вот здесь. Так, вот, давайте пометим. Блин, ну здесь что-то темновато так.
Да? Ближе подойдите сюда, чутка ближе. Надеюсь, услышали меня. Так, а может и нет. Но здесь темновато. Вот сюда пускай лучше станут. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда, ребят. Вот сюда становитесь. Так, и блин, ну реально годный скриншот получится. Ага, граб же есть. Я же могу перетаскивать. Че я туплю-то? Я же могу перетаскивать. Перетаскивать могу. Да? И вот этого паренька сюда. Вот так. Ну годно. Станьте все в кучку. Так, вот так вот. Блин, как? Вот так вот. Вот так вот так. Не двигайтесь, я вас перетащу сам. Так, давайте перетащим. Ну реально годно, друзья, вот подписчики все мои, веселимся здесь. Так что заходите, будем вместе с вами играть. То есть веселиться и все дела. Вот давайте вот так поставим. Реально очень-очень годно и красиво все вот это выглядит. Так, давайте вот этого паренька вот так сделаем. Опа, опа, все. На этот раз ничья, кстати, да, ничья. Блин, я что-то раунд профукал. Сейчас давайте пустим множество заражений и поиграем немножко. Меню хозяина, управление зомби-модом и пустить множество заражений. Но почему я первый зомби? Я зомби, точнее. Так, камеру подобрали и шапочку возьмем, броню возьмем. Так, в принципе, а что еще в магазинчике есть? Годный телепорт, крутой джетпак. Здесь еще джетпак есть, то есть я не понимаю, в чем прикол. Здесь джетпак есть и здесь джетпак есть. То есть, ну, типа, не знаю, друзья, не знаю. Тем более они одинаковые вроде бы, да? Одинаковые же джетпаки вроде бы. Да, окейшки, идем дальше. Что у нас, бесконечно патроны купим и нет отдачи. У нас бесконечно паки, друзья, так. То есть, если у вас там привилегия будет владелец, то у вас также будут бесконечно амапаки. Так, где зомби? Вот наши зомби. Смотрите, урон вот этой пушки просто неимоверно, друзья. Просто неимоверно, очень-очень-очень годный и крутой. Но почему сейчас джетпак у нас не работает? Во, заработал. Я все понял. Я все понял. Так, где? У нас здесь вот зомби. Почему мы сейчас не можем взять этот, как его? А, у нас же телепорт. Нет, смотрите, друзья, телепорт. Сейчас мы... Опа, его. Кстати, с первого раза убили, неплохо. Сейчас посмотрим по дома. Ну нет, по 1000 хп не очень так много сносит. Но вот эта камера, друзья, реально, у него очень бешеный урон. Вы сами это все прекрасно видите прямо сейчас, вот как я дамажу. Реально очень-очень мощная пушка. Очень-очень мощная. У нас еще 6-0, кстати, уже с вами. Это зомби. Я убил его, найс. Я убил его, убил его. Так, куда ты побежал, братишка? Куда же ты побежал? О, смотрите. Найс, этого убили, сейчас этого, в принципе, добьем, наверное, я так думаю, да, отлично, добили, и вот этого прикольно, реально, вот всем советую брать именно вот эту пушку, друзья, именно вот эту вот пушку, нас кто-то сзади еще валит, бьет, блин, сложно, давайте сейчас добьем еще этого, 5000 хп, а, этого убил Моки, да, я понял, ну, блин, у нас счет уже 12-0, неплохо, друзья, согласитесь. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, найс, нас заразили. Мы, кстати, какой класс зомби? Я не посмотрел. Реверант, да, вот этот вот реверант. А чем он стреляет? Так, сейчас посмотрим. Так он поисон, друзья. Он поисон, но подписан почему-то реверант яд. Ну да, яд, типа поисон. Я все понял. Я думал, это новый класс. Ну, вот реверант Кэт, там просто он, ну, как кошка там у него скин. Прикольно тоже выглядит. Я, друзья, наверное, буду заканчивать. Будем придумывать для вас новые рубрики, то есть с Расселем. Будет очень годно, будем снимать, выживать, то есть будет, наверное, очень круто и здорово. И будем веселиться, то есть чтобы для вас новый контент сделать. То есть пишите в комментариях, если вам реально нравится и хочется вот увидеть что-нибудь новое. То есть, ну, пишите свои идеи, друзья, я обязательно все почитаю, все пролайкаю. Так что все, друзья, но я, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте, конечно же, на колокольчик, друзья, чтобы не пропускать новые видеоролики. И, друзья, заходите, конечно же, на сервачок, реально годный сервачок. Ссылочка на все будет в описании, друзья, всем советую. Также, кто хочет купить привилегии, также сайт будет в описании. Напоминаю, можете приобрести ютубера, вроде бы на сайте есть, мне главный админ сказал. Так что все, но я буду заканчивать. Всем еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.